Вы первый раз вообще на скалодроме? Нет. Да, мы. Ну, я первый раз. Здесь именно первый раз. Понятно. Мне кажется, мне очень понравится. Я хочу слазить на более сложные уровни. Я надеюсь, что я справлюсь. Да, я на более простой полезу. Конечно, справитесь. Тут все очень легко. Надеваете снаряжение, проверяете страховку и вперед. Да, я остановилась, короче. Привет, ребята, как покатались на лодках? Хорошо. Хорошо было. Кто впервые очень попробовал? Я первый раз попробовал, и очень было классно. Ну, я во второй раз. Я сидел на том же самом месте, где я был раньше, и там же, где сидел на четвертой смене. Очень круто. Пирана привязываешь. Помнишь, ты говорил, что нужно корабль сначала выровнять? Подтягиваем корабль. Без фанатизма сидит. Ну как это так, да, все привязано для таги. Стоп. Пиши еще. Развлекательно и познавательно. Да, научились водить буксир, привязывать его и отвязывать. Это нелегкое задание, поэтому это было очень интересно. Отвязывать. Очень много разных этапов для этого надо было сделать. И здорово получилось. Мне понравилось. Спасибо еще инструктору за то, что правильно все объяснил и интересно. Он очень интересно, понятно объясняет, как управлять, как завязать узел, как развязать. Не бежать, потому что вы можете споткнуться и упасть в воду. Упали в воду, для вас занятие заканчивается, вы идете в корпус переодеваться, вода. Смотрите, на этой программе мы с Сергеем капитаны, а вы матросы. Точно едет. Окей, смотрите, что еще. Корабль будет болтать, как будто он не очень привязан. Дальше смотрите, простой узел, к которому мы привязываемся.